Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, такой видосик тоже не хотел снимать, ну, стало тоже самому интересно, поэтому почему бы и нет, пускай на канале будет, может кому-то пригодится. В общем, приволокли мне два плужка новых, купили. Два новых плуга, нужно сделать рамку, как бы на тракторок. И, ну, чтобы они пахали, что там рассказывать. Вот, ну, так как рамка уже готова, помните, да, это желтый трактор, переломка, вот, туда делал я вот такую рамку под культиваторы, вот они крепления, и хочу сюда же приделать плуги. А вот получится это или нет, как бы, смотрите в этом видосе. Но вот это, блин, они не стоят этих денег, которые за них отвалили. Ладно, хареля. Погнали дорабатывать. Итак, друзья, значит, два плуга абсолютно новеньких, покупных. Вот, якобы сделаны там на заводе. Ну, скорее всего, их, возможно, резали при помощи аппаратуры какой-то специальной. Ну, варили, поверьте мне, вручную. Вручную. Почему? Да потому что элементарно, просто видно все на глаз, как это все криво-коряво сделано. Они вот сейчас даже стоят. Такие, ладно, у меня плитка, такие несовпадухи идут, что по горизонту, что по самим, друзья, креплениям. Сейчас где-то у меня тут и уголок был. Вот. То есть они так приварены на отшибись. Если я вот поставлю вот ровненько, да, к стоечке, подведу. Вот тут такие вот зазоры, завалы. В общем, как притулил, так и приварил. Несмотря там на вот эти все моменты, еще вертикали, там горизонтали, короче, так себе сделано, якобы должно работать. Тут в качестве подпорки вообще проволока, я не знаю, похожа на восьмерку, прихватка тут с одной стороны, ну такое вот, пятки, ну видать под мотоблок, ну здесь зазор, палец залазит, если перчатку снять, чтобы их поставить в горизонт. Вот здесь надо еще сантиметров, наверное, 6 подложить. Вот. Металл здесь... Сейчас померяю, друзья. Так, померил. Металл на отвалах четверка. На лемехах также четверка. Это тоже обычное железо, обычный металл. Вот. Как показать-то, вот так он немножечко саблей прикручен, согнут. Здесь сабля. Кто, бля? Сабля. Еще больше. Вот такая. То есть вот тут по плоскости никакой равноты, ничего. Вот как она вот, вот так идет, криво. Даже вот на камеру, не, даже прикладывать ничего не хочется. Ну ладно, все-таки сделаю. Сделаю вот так снизу, да, чтобы было видно. Вот такие щели, вот такие зазоры. Здесь просто качели сумасшедшие. Вот такой лемех. Обычный металл. Тот же самый, что и отвал. Ничего такого сверхъестественного. Здесь крепление, ну понятно, да, на глазок. Здесь то же самое. Даже перемерять не хочется. Они вот так сейчас оба стоят. Ну, попробую их все-таки закрепить. Моя задача срезать сейчас вот эти крепежи. А, кстати, тут какие-то бирки есть, друзья. Бирки с номерами заводскими. Беларусь. Вот такие вот дела. Кому интересно. Здесь серийный номер, да?
один, здесь, соответственно, другой. Вот, как-то так. По качеству сварки, не, вопросов нет. Тут все проварено замечательно, хорошо, прям четко. Вообще, доколупаться не до чего. Ну, немножко кривовато. Ну, слегка. Совсем чуть-чуть. Вот, как-то так. Поэтому сейчас отрезаем, срезаем 3 мм, чтобы они влезли вот сюда. И закрепляем. Так, ну отрезал. Отрезал крепление. Труба здесь. Ну, труба здесь четверочка. 40 на 40. Что не может не радовать. Ну, вот здесь вот тройка. Тройка. И выглядит это дело вот так. Сварено с двух кусков. Не знаю почему. Ну, решили вот так вот. Куда это крепить? Понятия не имею. Вот такие вот дела. Ладно, это на сдачу. Все, проточил там. По 3 мм где-то снял. Ну, здесь больше, где-то здесь около 4. Там где-то около 3. Короче, вот это туда влазит. Вот этот плуг вот сюда, в это крепление уже не влазит. Вот этот плуг уже не влазит вот в это крепление. Потому что это литье, оно литье по-разному. Короче, подогнал вот конкретно к этому креплению, а тот плуг конкретно к тому креплению. Вот и все. К этому оно уже не подходит. Вот, залазит плотненько, прижимается, зажимается. В общем, четко. Примерно так накинул на тракторок навеску, благо все отверстия подходят, потому что все-таки я это делал. Делал это я, рамку еще не было у меня навески. Ну, все по стандарту. Под мотоблочное навесное. Все подходит. Так, примерно прикинул, как бы оно у меня стояло. Понятное дело, пахать я на нем не буду, потому что, ну, во-первых, они здоровые, захват здесь. Блин, врать не буду, я не мерил. И не знаю, сколько здесь захват, но больше 20 сантиметров. От елки-палки пойду померяю. Так, ну взял линеечку и так вот, навскидку примерно. Здесь где-то напускаю сантиметр, потому что вот тут как раз таки сантиметр, грубо говоря, примерно. Плюс-минус. Не знаю, почему полевая доска не вровень с носком и с вот этим вот, вот этой стороной. Почему не вровень, не знаю, но так им захотелось. Накидываю сантимчик, где-то 26 сантиметров захват. 26 и 26. Округляем 50 в меньшую сторону. Вот здесь край выставил примерно на край полевой доски, да. Вот, пятки вот эти приварены. Ну, это под мотоблок, скорее всего. Ну, они на мотоблоке, на мой взгляд, работать вообще не будут. Не знаю. Хоть это все и резалось там на ЧПУ, наверное, скорее всего, вот эти все финтифлюхи загогулины. Ну, собрано это все криво. Вот. Один корпус за другим. Носок практически, да. Ну, можно его подвинуть еще вперед. Есть вариант, да, смещать влево-вправо и плуги двигать вперед-назад. Этот сейчас стоит по максимуму вперед, можно так сказать. Можно еще проточить. Ну, нет смысла. Потому что его хватает. Вот. Даже вот тут надо будет задвигать, либо этот сдвигать назад. Короче, регулировок тут хватает. Вот такие вот дела. Так, опорное колесо, ну, пока туда поставил. Его можно, крепление, развернуть сюда. Оно чуть сместится. Здесь поставить туда, сюда, сюда, туда, левее, правее. Где угодно его можно воткнуть. Опорное колесо. Кстати, оно может быть большевато. Возможно, придется ставить чуть-чуть меньшего диаметра. Ну, и оно и делалось не для плугов. Вот. То, что привезли, то я и поставил. Вот такие вот дела. Вот такая вот получается, друзья, культиваторная рамка уже идет под плуги. Можно было сварить треугольник, но от этого суть не поменялась. Их нужно просто закрепить, чтобы они стояли в определенном месте, на определенном расстоянии. Ну, здесь просто еще присутствует вот смещение, да, к колесу, там, не к колесу, куда угодно. Вот.
Также можно их и перекинуть и сюда, и туда. Это можно развернуть, туда его сдвинуть. Тут тысяча вариантов. Вот такие вот дела. Бирки переклеил назад, вот, чтобы они никуда не делись. Ну, отвалится невелика беда, я думаю. Вот. Вот такие вот дела, друзья. Все очень просто. Когда она делалась, я уже в то время и примерно тоже думал, что вот так вот это все должно выглядеть. Поэтому она и была сварена вот такой вот конструкцией. Все было продумано немножечко наперед, на полгода вперед. Наверное, так. Ну, здесь будет еще тяга стоять, вон она ухо. Просто мне ее не привезли. Ну, а для демонстрации этого достаточно, которая будет все это дело держать. Плуги стоят, ну, как вам сказать, вот, при работе, когда они вот залубятся где-то на 15-20 сантиметров, вот здесь до рамки как раз практически расстояние, блин, перегрелся телефон, как и до навесного на том тракторе, не на этом. Здесь оно намного ниже стоит. Вот, то есть вот эта рамка, навеска при заглубленных плугах будет стоять вровень. Вот, то есть трактор ее будет четко тащить. Ну, плюс опорное колесо не даст им совсем утонуть. Как они будут пахать, работать, я не знаю. Вот. Лемех обычный металл, кривенький чуть-чуть, ну, работать будет. Могли бы чуть-чуть поровнее его сделать, не вопрос. Здесь, ну, все просто, друзья, все очень просто. Будь то вот, треугольник бы я сварил, да, ну, было бы тогда как-то мудрить, крепить вот эти плуги. Здесь-то вот все просто, оно все настроено уже, для этого все настроено. Вот. Как-то так. Ну, примерно выставил вот край, на край своего колеса. Это примерно. Можно туда перекинуть, сместить по навеске, да. Еще по навеске можно сместить. Вариантов тьма тьмущая. Также по навеске можно и на том тракторе еще на один палец сместить туда-сюда. Вот как-то так. Блин, делов у меня на 15 минут было, наверное, да. И видос, наверное, такого же масштаба. Стою, руками тычу, что-то там показываю, рассказываю. Вот. Универсальность, друзья. Во всем должна быть универсальность. Скинул культиваторы, поставил плуги, пропахал. Один раз в год их нужно поставить. Снял, пользуйся культиваторами. Не нужны культиваторы, придумаем на эту рамку еще что угодно, еще что-нибудь. Также что сюда же ставится и картофелекопалка при желании. Вот. На окучники сюда же ставятся. Вот, ставишь ежи на эту рамку, да, окучники дисковые, вот, два ушастых, пожалуйста, за колесами их вкидывай, ну, там треугольник чуть поуже, здесь их выставляй, вкидывай, и они за колесами поедут между рядками. Во всем должна быть универсальность, да. Можно их, конечно, этих рамок наделать с десяток, там, под плуги, под культиваторы, под дисковые окучники, там, под ежи, под ушатые. Под любые задачи вот так вот этих рамок наделать, вот так весь двор, как у меня, вон там. Вот там по настенкой, все для мотоблока. Если я туда пойду, вы офигеете. Это малая часть, просто навалена. Так и здесь можно было сделать 10 рамок под разные задачи. А так одна крепление одни, но орудия разные. Вот, как-то так. Ладно, друзья, много наболтал, знаю. Ну, могу себе позволить у себя на канале чесать языком, как говорится, о том, о чем мне хочется, о чем мне нравится. В общем, всем пока. Если интересно,
попрошу человека, когда будет пахать, приеду к нему и засниму видос, как они вообще, работают ли они, эти плуги, или нет. Все, друзья, скоро увидимся.